Если касательно разбить его на этот матч на две части, до дождя и после, конечно, в первом тайме, я считаю, что мы выглядели больше, чем достойно, должны были забивать свои моменты. Было достаточно моментов, наверное, 2-3 момента могли реализовать. Динамика, скорости были, в принципе, что не могу сказать после дождя, конечно, то, что я считаю, что сбило, немножко повлияло, и уже футбола не было, игра несла другой характер. Бойцовские качества, везение и так далее. Ну и, наверное, вот этот вот ненужный штрафной привел к голу. Конечно, второй тайм у нас немножко смазанный получился. Ну и между тем ребята старались. Все по самоотдаче нету никаких претензий к ребятам. Просто ненужный какой-то фол штрафной привел к голу. А так, поздравляю команду соперников с победой. Вы не произвели ни одной замены сегодня. Ну, скажем так, ребята, которые сидят на замене, они даже не тренировались. Они просто не тренировались с командой вообще. И они просто-напросто не готовы. Дождь, плохая погода, вязкое поле. Они дети, они еще на этом уровне не играли. Поэтому постарались максимально доиграть своими силами обоймой 11 человек. Ну, в первую очередь я хотел бы поблагодарить своих футболистов за сумасшедшую самоотдачу в свете погодных условий. Второе, игра получилась напряженной, боевой. Ни одна из команд не хотела уступать. Каждой из команд нужна была победа, нужны были 3 очка. Поэтому я считаю, что игра получилась даже боевой, зрелищный где-то в какие-то моменты. Что-то получалось лучше у соперника где-то в первой половине, что-то лучше у нас, особенно после перерыва, скажем так, когда мы немножко перестроили свою игру, начали более играть вперед, более остро, начинать выигрывать борьбу у соперника, и поэтому за счет этого мы и добились положительного результата.